вратарь, две пары защитников и полузащитников, а также нападающие основного состава. Таковы потери ярославского «Шинника» перед домашней игрой со «СКА Энергией», которая состоится 28 августа. 6 футболистов не смогут помочь своей команде. Встречу из-за травм пропустят Яшин, Молодцов, Ндри, Диабальд, Зотов, Низамуддинов. Между тем, подопечным Побегалова предстоит принципиальный футбол. У гостей, как и у «Шинника», 16 очков в чемпионате ФНЛ. В случае победы ярославцы могут войти в число топ-клубов первого дивизиона, четверку сильнейших. Правда, сделать это сложно. По результатам сезона «СКА Энергия» практически не уступает «Шиннику».